Добрый час, с вами, как всегда, Маргарита, и это ИЦИ, Школа успешных продаж. Этот выпуск будет посвящен обновлениям на сайте Marmilit. А, естественно, у кого этот сайт платный, у кого платная версия, тот, естественно, сегодня увидел абсолютно новую картинку. Если до сегодняшнего дня вы вывели все свои листинги, и они у вас были в состоянии А и Б, то на данный момент у вас должна быть вот такая похожая картинка. Этот листинг я уже вывела, сидела тут, пробовала вывести пару листингов в А, и так и у меня получилось, поэтому я сейчас вам покажу, как я это сделала, чтобы вы тоже потихонечку, у кого платная версия, начали думать. Видите, большинство, 90% из этого у меня было все в А. Да, вот эти вот все листинги были у меня в А, но как только новая система вышла, по-новому стали оценивать листинги, естественно, все они ушли туда, в тра-тарары, да, поэтому нам с вами опять нужно работать согласно новым критериям отборки листингов. Итак, это уже чуть попозже я вам покажу. Сейчас мы давайте посмотрим общую картину, что изменилось у вас, что у нас изменилось. Ну, давайте попробуем первый какой-то тег. Какой тег возьмем? Давайте, я с кольцами работала. Art Deco. Ох, окей, Art Deco Brooch. Поехали в этом плане смотреть. Кое-что изменилось, кое-что убрали, кое-что добавили, кое-что интересное произошло. Опять-таки, да, работы будет очень много. А у тех, у кого 50 листингов, это одна система работы, а у кого больше, того будет больше. Итак, смотрим. Опять-таки, на первую строчку, опять-таки, будем смотреть по возрастанию. Что стоит на первом плане? На первом плане стоит long tail. Мы уже с вами обсуждали, говорили, что такое long tail. Long tail, не нравится мне желтым. Long tail – это длинное составное ключевое слово. Да? Если мы с вами идем на ITSE, по одному слову это будет одно, да, допустим, broach, это будет однотипное слово. И дальше вам показывают вот такие Art Deco broach, да, то есть вот это уже идут long tail. Это уже идут long tail, да, длинные. Вот, пожалуйста, еще одна. Art Nouveau Broach, да. То есть одно, два и больше слов, они будут являться ключевыми словами, да. Но посмотрите, с одной стороны, мы с вами говорили в прошлом, что если больше, чем два слова, значит, это будет long tail keywords. Но как же тогда... слова типа «подарок для него», «подарок для нее» и так далее. Да? То есть это в подкасте, кто смотрел «Marmilit», и на английском языке можно было послушать и посмотреть. И сейчас я вам объясню, почему вот это слово «раз», «два», «три», вот это вот составное ключевое слово, оно не считается «long tail». Потому что, посмотрите, «брошка» — это одно обширное понятие. «Art Deco» — тоже обширное понятие. То есть это большое обширное понятие. Да? И поэтому оно не считается как длинным составным. Когда мы с вами, стоит нам добавить, давайте попробуем Art Deco, Gold, broach, мы уменьшаем, да, то есть срезаем большой как бы наплыв брошек, да, да, мы взяли Art Deco, мы взяли брошь, оно не получилось у нас длинным составным. Мы с вами чуть добавили слово gold и смотрим, как оно у нас будет цвести. Получится вот это вот большое слово, как long tail. И, пожалуйста, да, сразу у нас получается с вами галочка, что это long tail. Да, сейчас, как стали говорить, что неважно, 20 символов или не 20 символов, главное, что вот это вот в вашем тайтле должно присутствовать Art Deco Gold Broach. И тогда у вас будет более-менее хороший грейд, и вам покажут, что long tail. Всего-навсего 8 тысяч. Сейчас несколько по новой системе не так важно, как бы engagement, вот чтобы вот long tail keyword было, да, и конечных результатов, конечно, их будет меньше. Если мы с вами поставим просто, смотрите, gold broach, да, а количество будет большое,
Да, это двухсоставное слово, и посмотрим, выдаст нам его как long tail или не выдаст. Скорее всего, не выдаст. Это как бы одно обширное понятие. Давайте посмотрим gold. Видите, огромное количество здесь смотрят, здесь searches, но за такой тег вас, ну, немножечко накажут, да. Давайте попробуем уменьшить gold brooch with crystals, with pearls. Мы это уменьшаем, да? То есть мы из большого и сужаем. Это то, что конкретно покупатели будут искать. Не то, что как бы непонятный подарок, да, а вот то, что более-более такое уменьшилось. И давайте смотреть gold brooch with pearls, какой результат нам даст. Нам дадут long tail keywords, да, то есть это слово «хорошо иметь». Вот это вот словосочетание из четырех – это «хорошо иметь». Давайте дальше смотреть, какие параметры добавились, изменились. Опять-таки, search, engagement и competition, да, они как бы остались. Нам добавили long tail. И тут, соответственно, всегда можно на вопросик нажать, и вам будет подсказочка. Engagement over time. Опять-таки, можно посмотреть, какой это engagement идет. Да, у нас engagement идет в марте чуть повыше, а все остальное как бы золотая серединка 50-100. Но опять-таки, это не из 100 тысяч, а из 22 тысяч, да, то есть можно дальше идти и смотреть. Дальше смотрим лимит, это сортировка, сколько проанализировали. Смотрите, вот это вот новенькую добавили. А по поводу как бы один из пунктов ИТИ в новом учебном году 2018, да, начиная с сентября, вот они все пытаются, какое же это слово по-русски, лоббировать, да, или как бы продвигать бесплатную доставку. И вот посмотрите, из всего потока изделий, то есть из 22 тысяч, 22% отправляют бесплатно. На некоторых изделиях просмотрите, да, просмотрите, что идет бесплатно. Поехали дальше, что смотрим? Картинка. Да, my listings matches, simple listing. Вот здесь, в принципе, все остальное остается то же самое, да. Это что касается вот в search. Надеюсь, с long tail понятно. Давайте я посмотрю knitted. Knitted gloves, да, допустим, gloves. Смотрим с вами на вязаные перчатки. Будет это long tail keywords или не будет long tail keywords? Давайте смотреть по мой prediction, что не совсем. Я права, да, то смотрите, это не считается длинным словом, да, это не считается длинным ключевым словом. Несмотря на то, что уже хорошо, да, уже что все зелененькое, но оно не считается. Давайте knitted gloves добавим for women. Посмотрим, что будет. Давайте я еще в comparison перейду и покажу вам такую вот фишку в comparison, да, по сравнению, что можно смотреть. Потому что сейчас они тоже как бы считают, как согласно американскому сленгу, как люди запрашивают, так оно и будет. Ну, естественно, мы добавили с вами for woman, нам сразу уменьшилось, да, 12 тысяч, и вот такой вот результат, да, там 50-100, и нам повысили, видите, раньше у нас с вами 50-100, вот только один бар был, да, а сейчас у нас engagement 50-100 выше идет, то есть они вот здесь тоже поменяли, чтобы не все было красно. Давайте я попробую убрать gloves for woman и посмотрим. И пойдем в сравнение, да, давайте у нас было knitted gloves for woman. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, семнадцать, девятнадцать, двадцать, одиннадцать, двадцать три, двадцать четыре, да. Пока не обращаем на это внимание, я вам покажу разницу. Ушли сюда в search, у меня немножечко сбилось, но ничего страшного. Glass for woman, а перчатки для женщины, опять-таки, смотрите, у нас 32, и идет long tail, потому что перчатки и для женщины, как бы мы из убрали детей, мужчин, там, бабушек, дедушек, и вот это оставили. Допустим, давайте цвет добавим. Pink gloves for woman. Пусть она здесь ищется. А в сравнении мы уходим. Needed gloves for woman. Хорошо. Дальше мы смотрим. Woman.
knitted gloves. Считаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Смотрите, как раз двадцать, да, то есть женские вязаные перчатки мы переводим. Не вязаные перчатки для женщин, а женские вязаные перчатки, да. То есть мы переставили с вами слова, и что у нас с вами получится? Опять-таки вместе с вами сейчас иду и смотрю. И у нас он не считается, смотрите, не считается как длинным ключевым словом. Вот какая вот фишка интересная. Поэтому здесь нужно как бы прыгать. Woman need gloves. Давайте так вот попробуем посмотреть, что это будет у нас. Да, в search мы сюда ушли. Pink gloves. Посмотрите, pink gloves for woman. Опять-таки считается как a long tail. Замечательно. Но уже из 2000. То есть, опять-таки, вы конкретно бьете вот в того человека, который будет искать именно pink gloves. Уходим дальше в comparison и смотрим, что у нас. Woman need gloves. Посмотрите. А тут, казалось бы, я что сделала? Я убрала ed. Да, то есть такой вот knitted, а просто woman need gloves. И они мне выдали как long tail. Вот за эти, как бы, и здесь будет как раз 20. Вот вам нашелся вот этот вот тег, который может присутствовать в вашем листинге. И потом вы сюда можете поставить pink gloves, pink woman gloves, да, pink woman gloves. И, скорее всего, да, тоже это будет long tail, потому что мы и цвет добавили, и woman gloves, и так далее. Так, с этим понятно. Смотрите, pink woman gloves, и опять-таки 2000, и так далее, и так далее. И он уже замечательно идет. Давайте тогда уберем здесь. А еще на Etsy сказали, что люди ищут всякие такие мимишные слова. И мы сейчас проверим. Cute woman gloves, да, cute. Миленький, симпатичный, cute woman gloves. И посмотрим, как часто вот эту вот информацию ищут и какой у нас будет итог. Search, что мы с вами здесь искали. Pink gloves for woman, да. Давайте такое еще посмотрим. Fingerless gloves for woman. И мы идем. Это сейчас, на данный момент, я вам просто объясняю вот эти вот long tails keywords, да, они не умещаются на все в 20. Чуть позже я вам покажу, как с ними играть. Вот, пожалуйста, у вас, естественно, fingerless gloves for woman, он считается как длинным. У него 16 тысяч результатов, и смотрим ноябрь-декабрь, опять-таки ноябрь-декабрь будет большой спрос. Идем с cute, да? Вот мы посмотрели с вами cute. Cute woman gloves. Посмотрите, какая симпатичная статистика идет. Всего-навсего 400. И опять-таки это у нас с вами будет 1, 2, 3, 4, 5, до 20. У нас с вами всего-навсего 400 листингов, которые именно так будут искаться. Да? И какое количество? То же самое 50-100, как и на 2000, как и на 12000. Согласитесь, да? И я, если посмотрю cute woman gloves, давайте смотреть, что у нас здесь будет. Cute woman. Видите, есть у нас слово cute. Cute woman gloves. Loves. Gloves. Cute woman gloves. И вот они пошли, да? Да, естественно, здесь у нас и футболки идут, или что-то такое, но не буду на рекламу нажимать, да, вот они, пожалуйста, cute woman gloves. Мне кажется, кто-то из моих должен иметь такие перчатки, с кем я работала. Cute woman gloves. Вот они, пожалуйста, напрямую уже идет что? Опять-таки, да, здесь мы видим и не перчатки тоже, да, за это тоже как бы Etsy скоро будет ругать, наказывать, да, вот она в кьют-перчатках, здесь кьют-перчатки и так далее. Но мы об этом пока не говорим, мы пока с вами просто смотрим. Cute woman gloves, то есть люди ищут cute woman gloves, мы это по данным Etsy показывается, да, то есть, соответственно, вот замечательно. Такой вот тег может пойти, cute winter gloves, давайте еще посмотрим. Cute winter gloves.
Смотрим сюда, 15 минут у меня идет, да? Пока это видео только будет вот по long tail keywords, длинные составные ключевые слова. Поскольку обновлений очень много, и уместить это все в маленькую штучку не получается. Опять-таки, смотрите, cute winter gloves, какой результат? 550, 50, 100, пожалуйста, да? А, вот такой вот неплохой результат. Давайте смотреть cute winter gloves. Cute winter gloves. Вот они, 558 результатов. Это, казалось бы, что люди ищут. Естественно, мы все остальное убрали. Люди хотят какие-нибудь миленькие, миленькие, необычные. Если ваш листинг подходит к gloves, да, сюда его можно, естественно, поставить только вот с одним таким тегом. Давайте посмотрим, есть ли какой-то тег. Mittens. Давайте посмотрим cute. Cute, warm, stylish, whimsical, да, вот такого плана. И cute здесь будет у нас, опять-таки, cute, gloves, а там у нас title есть, в title есть, да, то есть выбрали такое, может быть, несколько раз продавались, это instant download, да, давайте посмотрим. 923 продажи. Тинг-тинг-тинг, тинг-тинг-тинг. Вот. То есть сейчас и поиск будет немножечко совсем по-другому выходить. Это мы с вами посмотрели cute gloves, да, главное, чтобы это присутствовало. Так, что я еще хотела здесь показать? Надеюсь, что вот с long tail понятно, да, как оно выглядит, как с ним работать. Популярные теги, arm warmers, wrist warmers, winter gloves, crochet gloves. А, давайте еще Christmas, поскольку мы идем к Christmas, давайте мы посмотрим Christmas gift, да, казалось бы, должен быть long tail, два слова, Christmas gift, но одним местом чую, что он будет не long tail. Давайте, long tail, конечно же, он не long tail, потому что он обширный. Начинаем что-то добавлять, Christmas gift, даже если for him, смотрим, будет у нас он таким хорошим или не будет. Почему еще хорошо через сравнение идти? Потому что вам внизу более-менее покажут, да, какие еще women's knit gloves, wool. Смотрите, wool gloves. Это мы, если в перчатки уйдем. Упс, ты не туда пошла. Нехорошо кликнула, простите. Wool gloves. Search. Ах, ладно. Wool gloves. Видите, они как бы не проходят два слова, но не идет. Woman gloves for men совсем будет по-другому. Либо добавить, я там увидела Мерина. Мерина, wool gloves, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. И то же самое, смотрите, с окончаниями, да. Control copy, давайте сюда comparison. Merino gloves, это у кого есть вот эта вот платная версия glove. Помните, я вам говорила, что хотим мы больше зарабатывать, нужно использовать больше вот таких вот возможных программ. Итак, Merino Wool Gloves, посмотрите у нас. Ну, в принципе, здесь погода сильно не сыграла, да, окончание S во множественном числе или в единственном. Иногда очень сильно играет роль. Так, и мы с вами смотрим Christmas Gift for Him, да. Давайте. И вот тут тоже, смотрите, какой интересный тег. Need fingerless gloves. Это для тех, кто смотрит. И мы смотрим Christmas gift for him. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. 22 здесь, да? Не подходит. Не подходит как бы с одной стороны. Опять-таки, видите, опять long tail. Он не long tail. Опять-таки, огромное количество Christmas gift for him, Christmas leather gift. Давайте хотя бы так вот поставим. Christmas leather gift. Добавили
еще что-то как бы, да, просеяли, уменьшили. Christmas letter gift. И смотрим. Уже идет, пожалуйста, long tail. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Christmas letter gift, он уже считается как длинным, да? Пожалуйста. Что еще? Husband, Christmas gift. Уменьшает, получается у нас раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Все они такие большие, но пока мы с вами вот на вот эти вот 20 ограничений не рассматриваем. Если в прошлом, до этого момента мы с вами брали большое ключевое слово и делили его на два составных, то сейчас это уже будет не столь важно. И об этом мы поговорим чуть-чуть побольше, да, побольше, подальше. Итак, понятно, да, что значит Christmas gift, не Christmas gift, а составные ключевые слова. Да, составные ключевые слова, проще говоря, long tail, да, хвостовые, long tail, не знаю, как это будет называться. Вот husband Christmas gift, посмотрите на ябрь-декабрь, да. Так что вот по этому поводу мы с вами сегодня и поговорили по поводу long tail. Да? Завтра мы с вами поговорим, я постараюсь сделать следующее видео о том, как вот ваши листинги исправлять. Давайте маленький sneak peek, да, покажу о том, о чем будет следующее видео. Здесь у нас тоже немножечко с вами появилось, и у нас с вами появилась вот такая вот интересная секция, как focus, focus keyword. Очень интересно как бы на нее смотреть, и от нее будет зависеть, как ваш листинг будет перформ, да, как идти будет. Если здесь вы посмотрите, да, то есть, видите, я его подгоняла, как вот если убрать вот long tail, столбик, вот эти все, как бы вот этот вот у меня necklace, посмотрите, он у меня практически весь в зеленом количестве search, хороший, engagement хороший, но потому что здесь были слова только, смотрите, chain choker, односложные, да, односложные ключевые слова, костюм простые, да, поэтому у меня все листинги были в А, теперь они у меня все в листинге в С ушли. Модернист Неклас мы нажимаем, будет одна информация и совсем не так, как надо. Поэтому вот теперь абсолютно новый виток и абсолютно новая система, продолжаем работать. Да? Сейчас открываем Модернист Неклас, и я буду с вами прощаться. Напоминаю, что вот, пожалуйста, Long Tail, да, хорошо его ищут, но нужно обязательно сюда что-то добавить. Да? То есть 10 тысяч результатов смотрит Модернист, давайте Gold Neklas хотя бы добавим такую вот штучку, да, в промежутке, и посмотрим, что будет. Так, продолжаем, что с вами, как всегда, была Маргарита, это ИЦИ Школа Успешных Продаж. Как всегда, под каждым видео будут 4 основных ссылки. Первый линк – это линк на ваше добровольное пожертвование на развитие моего канала, на чашку кофе, да, чтобы я могла сидеть вам и делать записи. А второй линк – это линк на нашу группу на Фейсбуке, где все эти обсуждения происходят. Третий линк – это линк партнерский на открытие вашего магазина и 40 бесплатных листингов. И четвертый линк – это линк о том, как я живу в Америке, чем дышу и чем занимаюсь в свободное от школы и от ИЦИ школы время. Итак, я добавила, посмотрите, слово gold, и у нас получается, что long tail keywords, конечно же, из 10 тысяч уже всего-навсего только 2 тысячи результатов. Опять-таки, просмотры 50-10, да, процент шиппинг, посмотрите, здесь 16, и вот оно как бы здесь находится. Посмотрим, есть ли у меня моего листинга. Моего листинга такого нету, да, у меня нету такого, чтобы у меня было Модернист Gold Neklas. Значит, мне нужно поработать и подставить так, чтобы это было рядышком, потому что таких листингов у меня много. Все они такие могут пройти Модернист Gold Neklas. Итак, с вами была Маргарита. Прощаюсь на данный момент и до встречи в следующем эфире.